Что-то я опять наклацала здесь на камеру, непонятно. Но я что-то все равно там наклацала, не знаю что. Не лагает. Ну как картинка? Нормалос. Мы ходим, ищем непонятно что. Рами хочет какое-то лего. Мне что-то опять мешки под глазами. Но это от усталости и от этого. Сна мне не хватает, просто отдохнуть надо. Вчера мы смотрим на эту машинку Лего, которая стоит 1200 шекелей. Вот она. 1200 шекелей. Офигеть. Чего, зай? Ниндзяго. Все, нету здесь то, что ты хочешь? Пошли. Есть. Где? Показывай. Вот эту. Какая? Сколько она стоит? Конечно. Нет. Пойдем. Купили Раме то, что он хотел, лего его. За 300 шекелей. Заехали к родителям. Я наконец-таки вам покажу этот шкафчик, который мы купили в Окей с мамой. Я вам уже 300 раз обещала, да? Такой шкафчик классный. Мы ванну приобрели. Какая-то красота, ля пута. Я тоже теперь хочу домой такой шкафчик. Красотень. Даниэль заставил бабушку делать блины. Нет, больше нету ничего. Всем доброе утречко. У нас сегодня 26 декабря. Мы уже в Хайфе приехали. Катюша нас пригласила на хачапури. Да, мы позавтракали хорошо. Аваль ифтар. В смысле? Кизе лой как ша. Больше? Меньше. Оно ж уже в печке. Красотень, красотенская. Красотень, красотенская. Катя, когда мы с тобой ответим, не ответим, а сделаем видео, которое я пообещала, что мы сделаем с тобой? Подписчикам? Да. Мы сделаем. Когда? Когда-нибудь, может даже. Во всем виновата вот эта женщина. Я не виновата, она виновата. Во всем виновата я, да. Один Титаник, а Катюша его называет, готов уже. Тут поменьше. Это второй хачапури, уже все слопали. Это кубе, сырое мясо. А баба. Катюха решили пойти на улицу подышать воздухом. Потому что да, у нас сейчас там что-то ветер поднялся, наверное, сейчас как ливаню. Ну ладно, а может и не ливанет, знаешь. Ой, внутри кровь. Свет потух. Потому что эти праздники, еда, вода. Надо подышать воздухом. Мы что-то собирались сегодня куда-то, но у нас погода резко изменилась. Если бы хорошая погода была, можно было бы куда-то поехать, в лес там куда-то, не знаю. Но погода у нас вот такая вот зимняя, наконец-таки. Мы так хотели, чтобы у нас зимняя погода была. Вот, наконец-таки у нас, я думаю, я надеюсь, что кабаны сейчас не будут это. Нет. Будут? А куда пойдем? Пройдемся тут кружочек вокруг дома. О, капает уже. С дерева. Пошли. О, дерево. Мы с Катюшей еще хотели пойти во французскую кондитерскую, но у нас у Даниэля сегодня в 6:15 футбол. Катя! Это дождь. Пошли обратно, да, далеко мы ушли.
Ладно, пойдем. Сейчас, может, пройдет. Вышли. Ага. Ну. Ой. Ну ладно, дыши воздухом. Что делать? У нас так резко вообще изменилась погода, вот прям, да? Вот прям. Прям на Рождество, да. Холодно, действительно холодно. И дождь. Дождь идет, а дождь идет. Хотела тебе показать дыни там у меня. Где? Там. А, и клубника, да? У меня есть, и затор, и нифига себе. Марва. Но дыни я маленькие видела. Они что, растут или не растут, растут уже? Так они замерзнут. Ну, теперь уже замерзнут. Да. А надо их накрыть. Сделайте им теплицу. Продумайте. Почему же не продумала? Да. Взять пакеты, накрыть их пакетами. Не, можно наверх сделать. Люди идут без зонтика. Кто-то зонтик, а кто-то без зонтика. Вот, так вы хотели идти в кондитерскую, но у Даниэля в 6:15 футбол. Хотя я не знаю, будет футбол или нет, потому что такая погода, футбол может и отменят. Но мы на кондитерскую закажем. Если отменят футбол, давай закажем. Давай. А как? Ну ты же говоришь, там нету такой вкусняшки, которую мы хотим. Ну мы закажем другие вкусняшки. Ну я хочу тогда эклер. Я хочу тогда эклер. Закажи мне эклер. Плиз. Мы хотим заказать. Да. Но просто здесь для заказа нету того ассортимента, который есть в магазине, Катюша говорит. Вот есть этот вкусный фистук. Этот... Помнишь, мы ели? Да. Но мы ели уже такое. Надо что-то новенькое. Есть манго, это новый. Манго? Вот этот киндер тоже будет вообще вкусный. Тирамису вот тоже барли, мы ели. Так, давай я посмотрим. Хочу эту, эклер. Катя еще завтра выходная. Я тоже завтра выходная. Но муж уже завтра возвращается на работу. Жалко. Поехали ко мне с ночевкой. И поедем завтра гулять куда-нибудь. Оставайтесь вы у нас. Я уже продумала, как мы будем спать. Места всем хватит. Таху сам без нас не поедет домой. Это все мне, да? Обожибе, схони сгиру, кулуах я сэмелю хочу. Я хочу вот такую. Стань, жуй, рано. Кулуах одно хочу, а ты, мама, это сэмля, хосэ, лэг, эш, бидда, стань, жуй. Всем привет, всем доброе утро. Мы приехали с мальчиками сегодня в торговый центр. И так сегодня решили провести день. Сегодня у нас вторник, да? Да, вторник у нас сегодня. Сейчас я скажу, какой 27 декабря. Тут ужасный шум. Я пытаюсь отредактировать видео, которое она снимала за всю эту неделю, с начала недели, с 18 декабря, по-моему. У меня все никак не получается. Просто это все очень занимает много времени, которого у меня нету. Ну, по крайней мере, для того, чтобы отредактировать видео. На все другие дела у меня время хватает. Просто надо сесть и этим заняться. Все занимает очень много времени. Что такое? Не получается. Я купила себе то, что я хотела. Белую рубашку нашла в H&M. Да, она там, конечно, не 40 шекелей стоит, но я купила. Я ничего не выиграла, ничего не выиграла. Ну, а ты как хотел, зая? Вот, и купила себе Фокси спортивный костюм. Хотела такого светло-бежевого цвета. Хотела немножечко вообще-то потемнее, но там такой сейчас балаган. Все разбросано, не знаю где, не знаю как. И никто там не помогает, поэтому что нашла, то нашла. Получился светло-бежевый костюм у меня, ну ничего страшного. Как раз подходит под мои новые кроссовки. Фу, я хочу уже отсюда уйти, у меня башка болит. Пойдемте. Ну, у меня еще... А, ну ладно.
Тут раньше были лавочки, хорошо можно было посидеть, но сейчас эти лавочки убрали и сделали всякие разные закусочные. Вот. Тут было хорошо, когда лавочка была, я всегда пацанов ждала вне вот этого хаоса. Было спокойно, сейчас я не могу. Ох, ладно, еще чуть-чуть и поедем домой. Пойду зайду в топ-10, посмотрю рюкзаки, у меня рюкзак порвался, пойду посмотрю. Сегодня у нас замечательная погода. 20 градусов, наверное. 21 тепло. Вчера было холодрыга, ночью было плюс 9. Мы почти что все время... А, нет, мы у Катюши были в гостях. Катя нас угощала хачапурями. А, ну да, но это вы уже все посмотрите, увидите. Уже, наверное, все посмотрели, увидели во влоге. Не знаю, когда он выйдет, но увидите. Ой, я так довольно купила себе спортивный костюм. Какие-то размеры всегда в Фоксе очень хорошие размеры. А сейчас смотрю, ларч, экстра ларч, какие-то маленькие, куртка маленькая от спортивного костюма. Пришлось куртку брать экстра ларч. Не знаю, что за такие размеры непонятные. Может, я в девочках была? Ну нет, в девочек нету таких размеров. Экстра ларч, там другие номера. Вот, ну, короче, купила. Потому что как раз спортивный костюм, как по мне, в обтяжку не должен быть. Это должен быть очень... удобный, уютный, комфортный. О, так хорошо. Я говорю, пацанам, пошлите на какую-нибудь детскую площадку. Еще погуляем, посидим. Но они уже голодные. Так что поедем домой кормиться. Хотя вроде как мы поздно сегодня встали. Вон мандарины уже половину погнило. Почему их не собирают? Целое дерево. Всем доброе утро. У нас 11 часов утра, и я на работе. Сегодня я вернулась на работку. Сегодня у нас среда, 28 декабря. Завтра у меня нет работы, и в пятницу у меня тоже там чуть-чуть работки, и все. В субботу я уже на субботу не хочу никого брать, потому что суббота — это 31 декабря. Буду готовить салатики родителям 31 декабря. На Новый год мы у родителей, как всегда, как и каждый год. Вот, я сейчас пришла на работу и жду новую клиентку. Отослала я сейчас местоположение мое, сижу, жду. Должна приехать. Всегда, когда приезжает новая клиентка, у меня всегда такое, знаете, состояние какое-то непонятное. Ну, состояние ожидания, потому что не знаешь человека и волнуешься. Как бы легко ли будет мне с ней работать, нелегко, что она попросит, ну и так далее. Знаете, все вот эти вопросы, как сейчас она приедет, все узнаем, подходим, не подходим и так далее. Всем привет, всем добрый день, сегодня 31 декабря, ничего мне не получалось поснимать раньше, ребята, то, как я делала покупки, по-моему, чуть-чуть поснимала, то, как я делала вчера Наполеон вечером, вот, ничего не снимала, и плюс я еще хотела выложить все видео, которые я поснимала за Рождество, за тот период, как мы отметили, я не могу, я одно видео вышло у меня на Ютубе, а еще одно, где уже Рождество, и гости пришли, как мы отмечали, и следующий день Рождества, но оно у меня выкладывалось... не знаю, вчера, наверное, целый день, потом ночью еще, утром я встала, там было всего лишь 48%, и оно никуда не двигалось, и я его стерла, и заново теперь придется мне опять его выкладывать на YouTube, я не знаю, что оно там такое у меня, или программа, или телефон, или у нас такой говняный интернет дома, что... Оно не выкладывается, такого никогда не было, чтобы по несколько часов видео, которое... Я не понимаю, тут с Брексом что-то не то. Почему? Не знаю, я нажимаю, оно как будто не нажимается. Я боюсь на этой машине ездить, на папиной, я на рабочем. Мы едем с Даниэлем, у нас непредвиденные расходы, как всегда. А какие непредвиденные расходы, мы думали взять... К родителям, у родителей нету стола, пока мы еще не приобрели стол, нету стола. И мы хотели взять пластиковый стол,
кетер, у ну, кого-нибудь из родственников. Наш стол тоже поломался, он поломался, да, он наверху у нас на крыше, он не складывается. Вот, и мы думали взять или у свекров, потому что думали, что три стола нашей невестки, они сегодня Новый год у нее празднуют, там все будут. Вот, все братья моего мужа. И я думала, три стола им хватит, потому что у нее свой очень большой хороший стол. Но, оказывается, им не хватило, они забрали все столы, которые можно было собрать. И сделали большой стол из четырех столов, получается. И получается, что нам к родителям нечего брать. И у Катюши тоже нету стола, у них есть раскладной, но он очень маленький. Мы все не влезем, нам все-таки 10 человек. Тетя вроде с двоюродной сестрой не приедут, у них там не получается. Хотя они могут сделать нам сюрприз, потому что тетя у меня любит такие сюрпризики в последний момент. Вот, так что все равно мы как-то, ну не знаю, может быть, надеемся, что они приедут. Короче, ну, хотим, чтобы, если они приехали, чтобы было все место. Вот, ну и решила поехать посмотреть стол раскладной. Посмотрим, сколько он стоит сейчас. Что делать, придется покупать. Ну, уже будет, как говорится, у нас. А если дорогой? Наш. Ну, посмотрим, за сколько будет стоить. Короче, Даниэль со мной. Сейчас поедем, будем смотреть. Приеду домой. Самое главное, конечно, я сделала, это торт Наполеон. Мама попросила сделать салат с ананасом, с яблоком. Она его очень любит, который я показывала, кстати. Оно не вышло, это еще видео пока. Но когда уже выйдет это, я надеюсь, что тут тоже выйдет. Как Диана сказала, фруктовый оливье. Что ты говоришь? Потому что дергается, наверное, ведь будет все так дергаться. Ну ничего, она там чуть-чуть не видно, ничего страшного. Короче, едем за столом. Сейчас посмотрим. Купим, не купим. Посмотрим. Выключаем. Предновогодние постирушки-уберушки, меняю мальчикам постельное белье, как всегда, стираю, сейчас пропылесосю матрас, Рами уже почти, ой, Даниэля закончила, поменяла им, открыла новые подушки у меня в Окее, я покупала, были две штучки, вот, короче, пацанам меняю постельку, чтобы была чистая, пахучая в новом году. Вот, я почти что уже все приготовила, салатики, которые хотела, осталось только огурцы, помидоры, я уже потом буду. Поедем к родителям где-то около, наверное, к 8, вот, потому что мы купили стол с Даниэлем, нужно будет стол поставить, вот, потом у меня вся пластиковая посуда у меня, поэтому нам нужно пораньше поехать. Ну, как пораньше. Катя вообще сказала, в 5 туда поедет, потому что Хайфа вроде перекрывают там всю их улицу. Вот, и они, им тяжело будет... Ну, куда мне пришпандолить телефон? Вот, им тяжело будет выехать из города, поэтому они поедут рано. Вот, ну, а мы там где-то к часам 8, дай бог, подтянемся. Вот сейчас я доделаю свои дела дома, приготовлю еще салат, надо еще принять душик, естественно, и это, ну и все, оденемся и поедем. Так, сейчас я это увижу. Всем добрый день, мы уже у родителей. И как всегда, у нас Новый год начинается с креветок. Каждый год у нас креветки, да? Ну, ведро креветок. Это любимое блюдо детей. Поэтому креветка. Катя моет кроссовки. Ой, Катя моет кроссовки. Кроссовки. Креветки. Креветки. Кроссовки я максимум могу протереть мокрой тряпочкой. Картошечка. Да, картошечка, тянем картошечку, потому что там у нас мясо долго сегодня. Курица еще не готова, не говорила. Я ее открыла, пускай досмаливается. Тут креветочки, тут картошечка. Курочка у нас что-то никак не дожарится, не понимаем, в чем дело. Стол уже почти что накрыт.
это Катюша сделала. Селедку под шубой написала. 2023 класс. Бутербродик с икрой. Как же без бутербродика. С праздничком. Мама, без паники. Это так дос. Надо включить конвенцию. Да. То, что курицу делать без конвенции. Ну, включай. Мы прогнали вот это вот. Ничего, нормально, как раз сейчас. А в середине, я не знаю. Смотрим мы операцию. Хотели поставить девчата, но поставили операцию. Бонифаций. Бонифаций. Сейчас тебя тоже покормят, зая. Мужики сидят на балконе. Мама сушит белье тут. Хорошо, кстати, на улице не холодно. Отличненько. Отличненько. А тут еще тортики я не показала. Мама сделала два торта. Это молочная девочка. Здесь Прага. Ням-ням-ням. И это мой Наполеончик. Все в пакетах, потому что баня тут ходит, чтобы волосики не попали. Водички можно. Чтоб с дедушкой стукнуться. Она запивает. Возьмите креветки, потому что... Все, хватит, попон. Пойдем к дедушке. Пошлите. Пойдем с дедулей. Постукаемся. Поздравляем. Давай, с Новым годом. С Новым годом, дедулечка. Тихо. Катька, бокал. Чё, ой, ты этот прошу. Давайте, давайте. Давай, чокаемся. С дедом. Чокаемся. Деда, давай. За твое здоровье пьем. За твое здоровье пьем. Давай. Пьем. Пьем. Давай, вот теперь. Василь, бежал, а я люблю. Бэтмен, Бэтмен, деда крутой у нас. Ну да. А, зашвырха. Все, теперь садимся за стол. У нас сладкий стол. Это мой Наполеончик. Мама на Прага. И молочная девочка. Тут у нас что-то крышка от этого отпечаталась. Накрывали торт. Полиция проверяет.